Всем вас, дорогие друзья, меня зовут Андрей, это у нас канал АС. Мы все продолжаем. Мужчина отказался выбрасывать елку спустя 4 года, объяснив это тем, что все еще не получил подарок. Бедняга. Да, давай, послуг тебе. Так, мы продолжаем, давно не был. Ну и после этого, похоже, Билли Рэй. Че, кого, дружище? Где мобил? Это срочно. Иначе у нас сорвется лучше зеленая вечеринка. У меня не так много времени. Если не успеешь починить, скажу сразу. Да успею. За час. Ладно, сделаем все четко. Чего у него здесь? Спортмистер. Мы разыгрываем кроссовки Old Slippers. Спешите принять участие. Чикаго, забыл про вечеринку. Не забыл, наверное. Но здесь стакан хватит. Все готовы для вечеринки. Мне хватает только какой-то изюминки. Эй, твоя совесть. Ты вчера обещал начать заниматься спортом. Я вижу, что ты опять сделал покупку на Амазонке. Надеюсь, это было не еще одно платье для кота. Что тебе надо? Но у меня какая-то проблема с телефоном. Мне очень нужно попасть сюда. Куда? Нижняя плата. Ну иди нафиг. Это не может столько стоить! Дура. Лисуха. Это ты наблевал мне около моего крыльца. Еще раз я обижу. Тебе кондес! Я знаю, так вандо, если что. Ты меня понял? Дура. Я вернулся. Это же аспидистра, там у тебя на окне. Может быть. Редкий сорт. Я такие только в интернете видел. Телефон готов? Мне пора уже. Приходи вечером к нам на зеленую тусу, будет круто. Давай пробить чек. На зеленую тусу. Вот как теперь. Аспидистра Стомпанта. Как теперь это называется? Тут у вас сервис. У меня не работает камера. Мне надо срочно блок снимать. Давайте быстрее. А у меня есть камера? Конечно, есть камера. Побыстрее. 460. А скоро вернусь. Ну, возвращайся. Я посмотрю, что у тебя тут. Ёжин. Привет, у меня день рождения через неделю. Хочу устроить маленькую вечеринку, ты придешь? Привет, солнышко, видел тебя заходящие в прачечную. Эти джинсы тебе очень идут. На вашем канале было обнаружено несколько спамных видеороликов. Вентоп. Прикольно. Что, все что ли? Ну и что вы тут прислали к мужчине-то? Пусть не выкидывает. Конечно. Спасибо, вы спасли мне жизнь. Че не хочешь? Работа была сделана как надо, только вот работа сделалась долго. Долго? Да не было 10 минут. Услуги я спустя рукава, ладно, хоть работа, телефон. Так себе сервис. Низкий цен, конечно, аналоги. Аналогично. Чего сказал? Раз место все очень качественно. Да. Здравствуйте. Значит так, у меня много дел. Я очень спешу. Мой телефон не заряжается. Поторопитесь, давайте. Правда, очков последняя модель Суччи. Заряжается, да? Она есть? Все есть. Замечательно вообще. Изучи. Если можно, побыстрее. Сейчас, подожди. Привет, напарница. Не забыл про старину Чарли? Мы хотим встретиться с старой командой, обсудить кое-какие дела. Ты с нами? Ну что ты сделал? Все выпало наружу. Скрывайтесь. Скрывайтесь. Да? Убирай. Спасибо.
Привет. Играл в пейнтбол с коллегами. А телефон носил в этом кармане. Жена беременна, требует, чтобы он всегда был со мной. Бобби меня подловил и разрядил пол обоими. Пару пуль попал в телефон. Мне нужен сегодня, иначе мне капец. У меня еще есть почти. Что это там надо? Сегодня дисплей. Отлично, буду попробую позвонить с таксофона. Так у него она беременная. Он сказал. Знаешь, что беременные иногда покрываются пятнами? А еще у некоторых на животе отрастает полоска волос. Как у мужика. От пупка вниз. Привези мне персики, побрей их. А то они щекотные. Чемелочей, психоаналитик. А почему фотографии детей, если у меня, значит, беременна? О, я бы тут телефон чинить. Мой сын накачал игры на мобилу. Руки мы ему оторвать. Теперь все зависает постоянно. Основная плата у вас сломана. Ого, так дорого! Еще раз здравствуйте, телефон готов? Готов. Огромное спасибо, вы настоящий мастер. О, всем надо налоги, всем надо налоги, а? Здорово. Только вчера купил новый гаджет. Последний топчик и топчик, понимаешь? Сам не знаю, как он выскочил из рук. Надо отремонтировать. Вижу информацию в базе, кто вчера оформил кредит. Да. 24 часа есть только. Чё так долго-то? Ну, если хочешь подешевле. Я не буду на такую мелочь тратить. Ну как, получилось? Жена не звонила? Спасибо, пожелай мне удачи. Я наступил в грязь перед входом. Потом столько звезд. Кажется, сусы и сроки не соблюдаются. Да. Здравствуйте. Показывала подругам фото своей детенышей. А телефон вдруг выскочил из рук. Можете починить. Меньше крем руки надо мазать. Тихонько ты, клиентка наша. Дисплей. Надеюсь на вас. Надеюсь, детеныш. Что ты мне тут врешь, а? Их ты. Вот билеты в театр на завтра, но ты начинаешь собираться уже сегодня. Кто за толстый слюнтяй таскается за тобой после йоги? Задолженность по кредиту $1200. Мой номер. Еще номер с Гуччи в ранетке, она подмигивает мне на йоге. Звучит Кайли, да? Я на тебя надеюсь. О, да, спасибо, чувствую, меня ждет горячая ночка. А вот заказать сегодня очень много. Эту. Ух, ё-моё. Это снова я. Ну, удалось починить. Спасибочки. Чё пишет? Хороший вроде сервис, но дороговато. Как дороговато? Это у меня качество главное. Качество. Так, мне нужно всю вот эту линию купить. Почти тут все. Так, лавка. Купить на завтра. Что, не хочешь ли денег? Ёлки-палки. Тут все по одному есть. Тут две надо. О, что это такое? Привет. Насколько понимаю, вчера тебя пытались прижать мафия. Предлагаем отомстить. Во всей строгости закона, конечно-таки. Мы давно за ним следим. И нам нужно собрать еще немного информации. Поможешь нам? Мы будем тебе присылать задание на почту. Окей. Раз, дисплей. Два, это звук два. Тут в основном по одному.
Дисплей. Дисплей 2. То 2. Блин, вот это мне вот это будешь купить. Дорогие вот эти. Дорогие вот эти вот. А. Да. Че я купил? Я тут купил, вот это купил, вот это купил, да? Еще вот это надо купить. Кредит. Да, я камеру заказала, доставка. Никак? Перемотать? Круто. Так, мне нужно еще. Основное это обычное. Обычное. Так. Я заказал. Разглотать по две. По две. По две. Это можно одно. Это динамик. Задняя не хватит. Все. Ух, накупили-то, накупили, елки-палки. Мы же хотели на вечеринку сходить, зеленую вечеринку. Не хватит там денег. 300. Ну ладно. Ну а сообщение. К сожалению, мы должны сообщить о проблеме с поставкой запасных частей для телефона. Приносим извинения за доставленное неудобство. Привет, можешь найти для меня телефон Вероники? Ты че? А, камера? О! 17 деталей. Нифига себе, у меня все по два, кроме задней панели. Рост акций на электромобили выросло на 40% после того, как президент ударил током на выставке. Здорово! Я тут нереально флекса с братанами и мобил выскочила. Теперь не работает. Кто-то ввел чит-код на деньги. Сейчас дисплей. Я бы подойду немного по флексе. Бро, проси, мне пришлось дать твой номер этому джудиле, я уже не могу с ним справиться, откажи ему как-то помягче, как ты умеешь. Мужик, возьми меня в команду, я тоже хочу производить впечатление на девчонок. Здравствуйте, здорово, бро, я на завтра арендовал зал Джей. Джей тоже придет, а ты хватай своего тощего бледного кореша, он тоже нормальный мяч кидает, будет круто. Мне нужно починить телефон в срочном порядке. Привет, чел, я записал нереально крутой трек, ты цени, скажешь, что думаешь. Мужчина, я долго буду ждать, когда ты меня пригласишь уже на ужин. Понимаете, у меня самолет через 2 часа. Я не из робких, так что берегись. Чё там? О, надо я торопиться. Чё? А ты что, вернусь? Здравствуйте, мы осведомлены о вашем скором отлете. И заблаговременно включили вам роуминг. Всего хорошего. Привет, хочу тебе сообщить, что наш рейс задерживается, так что не стоит торопиться. У нас есть много времени, чтобы расслабиться. Привет, красотка, слышал, ты сегодня улетаешь. Буду ждать тебя. Вероника. Вероники же нет. А что не могу передать? Подожди. Вероника, что не могу? Хер узнать. Спасибо, братан, ну ты лучший! Вроде быстро, но могли бы еще и подешевле. Не мог. Да готов, готов. Спасибо вам, деньги. Вот деньги побежал. У вас нет экрана? Положила в задний карман и села. Экран треснул, почините. Одни богачи. Мне кажется, она не согласится, 470. Главное сделать хорошо. Провайдер. В этом месяце автоплатеж зачислен в двойном размере. Ну а что вы нам сделаете?
Дорогая, ты видел, какой ветер за окном? Возьми с собой что-то тяжелое, чтобы не сдуло ветра. Вам подарок ценная бумага. Ценная бумага, туалетная. Сестра, не сестра. У вас уже есть кредит. Здравствуйте снова. Как вам починили? Да. Ой, как здорово, выглядит как новенький. Ответить точно не могу, поэтому только 3 звезды. Какая разница, что я больше, что я меньше? Здорово! У нас банк сегодня первый концерт, и там будут классные цыпочки. Как назло, мой телефон сломался. Спасибо, братан, сегодня буду звездой. Пойду пока репетну. Привет, можешь мне достать билетик на твой концерт? Я слышал, там много хороших цыпочек. Круто, я обязательно приду на концерт и на вечеринку. Увидимся там. О, бро, слышал, ты сегодня выступаешь. Забегу послушать, как ты звучишь на сцене. А что теперь, не надо Вероники, что ли? А когда этот третий придет? Скоро уже придет. Наконец готов. Ура, чувак, ты меня спас. Так, нам бы вот это купить, конечно, все. Ха, у меня тут проблемка. Мой телефон не совсем понят. Экран не работает. Можешь починить. Посмотрите, на него футболка усача. Ну, сообщение. Дисплей, ё-моё. Быстрее, 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 быстрее. Дисплей. Не завтра. Если к тебе придет классная чика, мамочка, поищу у нее телефончик. Классные фоточки, я буду очень признателен. Успеешь, нет? Упаковывается. Что ты упаковывать-то? Ты че? Пингман. Быстрее давай. Чил, бро! Быстрее давай. Где-то я тебя видел. Мне интересно. Уберу я на вечеринке? Ладно, не важно, телефон можешь починить. Сенсор на экране работает. Сенсор на экране, опять дисплей, что ли? Здесь опять дисплей. Сенсор на экране, да? Нет, нижняя плата. Конечно, у меня нет столько денег. Здорово, пойду проверюсь. Китики. Эй, мужик, не могу до тебя дозвониться, случилось что-то. Эй, бро, отлично было вечеринка, очень надеюсь, что ты, Стэн, не опоздал на работу. Ваш заказ 4 пиццы с ананасом взят в работу. 4 с ананасом? Ты что за человек такой? Ты что, издеваешься, что ли? Код красный, код красный! Телефон сразу в самом неожиданном месте. Эй, ты что разинул? Крыша стоит в очереди. Я забыл вытащить его из пиджака и постирала. Домонтировать будешь или как? Что там интересно? Не основная плата, да? Что я шлепаю тебя за такие цены? Ладно, не буду устанавливать. Ну что, приятель, мой телефон готов? Можешь забрать? Забирай. Большое спасибо, вы сделали мой день. Да, твой готов. О, здесь смс-ки еще. Сейчас почитаем. Держите деньги, я пошел.
Слан и мэ. А чё нет? А где тут у вас вечеринка, косла вечеринка? Она раньше с дверью. Техника исчезающей шиноби. Чё сейчас было? Куда он пропал? Все, все. Отлично поработали. Так. Дисплей надо купить, нижний плат надо купить. Основной плат. Основная, нижняя. Дисплей. Завтра. 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 Основная плата, нижняя. Ой, этот. Задняя. Основная плата. Что там еще надо? Все. Бомжи сегодня проходили. Дисплей бы еще купить, да? Дисплей бы еще купить. Завтра. Все. Сколько мне там денежков? Я не посмотрел. 684. 700. Да, пойдем. Вы отправляетесь на зеленую вечеринку к Билли Рэю. С собой вы прихватили крепкие напитки. Растения, ты чего, нельзя? Крепкие напитки. Скучная вечеринка студентов превратилась в грандиозное побоище. Вы даже не понимаете, как добрались до дома. Зарубежное здание отреагировало на последние санкции. Отдел 7. Задание. К тебе должен прийти аналитик данных Центрального банка. Похоже, что он проводит какие-то махинации с налогами. С налогами граждан. Нам необходимы подробности. Мужчина в деловом костюме. Окей. Добрый день. Меня Стамас Ливан. Сможешь посетить? Я только вряд ли сегодня смогу добрать. У меня вечером стрим. Завтра или послезавтра вернусь. А мне завтра считается стрим. Завтра стрим, посмотрим почему. 24. Неисправна камера. Модель М. Спасибочки! Так, модель М, камера на завтра. Да ёк-макарёк. У людей с недорогими телефонами, скорее всего, ограниченный бюджет. Привет, малыш. Телефончики починить сможешь? У меня сегодня много дел с моими девчонками. Сделай быстренько. Как многодетная мамочка, жду скидочку. Скидочка. Работай. Работа не буду мешать. Ну, вам приятного путешествия. Главное, не забывайте, что скрываться вам не удастся. При заправке от 25 литров я дополнительно получу по шее. Привет, коллега. У меня тоже сервис в соседнем районе. Точнее, почти открылся. Закупаю оборудование. Знаешь, мой телефончик я бы и сам сделал. Но инструментов пока что нет, сам понимаешь. Делаем, дорог, мы же коллеги. Коллеги, да? Ну, тогда возвращай через 3 часа. Только так. Отлично, скоро вернусь. Сандра. Хочу вернуться к себе и детям. Открой балкон и дверь. Тут холодно. Денис? А что тебе Денис? Тоже сам пишет. Что ему надо было починить-то? Дисплей? Динамик? СТНР. Я спрашивал, я пришла за телефончик. Давай сюда, живо. Охренел, что работает, однако. До встречи, малыш. Боже, что? Просто растение? Что, можно было просто отдать ему? А что было бы, если бы я бы отдал ему цветочек? Интересно, интересно. Так, здравствуйте. Случилось ужасное преступление. У меня из галереи украли
картину, единственное фото в этом телефоне. Я только вчера ее закончил, это был шедевр. Почини, пожалуйста, во имя искусства. Ну, она какая-то это. Пойми. Договорились, что результат. Роман, Лилия. Нина, слушай, тут парень интересовался, вырос в цене твоей картины после смерти. А гарантию дадите, что картина не поддельна хотя бы 2 года? Добрый день. Я детектив, поиск домашних собачек. Лариса передала информацию о последнем посещении. Передаю данные. Спасибо. Че, охренел, что ли? Где чудо? О, опять ты, Тихиро. Тихоня. Гиря. Дяденька, я потерялась. Мне нужно найти своих родителей. Денег практически нету. 24, наверное, не согласится. Основная плата. Спасибо за помощь. Постпропущенный вызов. Вчера было очень классно. Приходи еще раз. Но лучше через неделю. Кто помнит? Здравствуйте. Телефон перестал ловить сеть. Сегодня у меня важный переговор. Что мне делать? Важный переговор, говоришь? Что-то мне тоже, по-моему, ничего богатого нет. Но это ниже плата. Отлично, скоро вернусь. О, мистер К. Здравствуйте. Из нас в офис вломились люди, говорят о каких-то проблемах в отчетах. Возьми трубку, нам нужно поговорить. Да, просто возьмем билеты за границу и летим. Сделал, ты же все четко сделал, отлично все работает. Заходи к нам в гости через пару недель. Чего здесь? Да работает, работает. Спасибо, пойду в полицию. Я могу показать, что нужно искать. Восхитительно! Кассир странно смотрел на меня, но хоть телефон починил. Нижний плат очень много разобрали. Может, нижний плат купить? А, скорее всего, больше не нужно будет. Но наконец-то появилась связь. Че, за час? Отказ клиента слишком дорого. У людей с недорогим телефоном, скорее всего, ограничен бюджет. Ну иди нафиг. Вот и я вам писал на почту. Ничего нет. Надеюсь, вы все заказали для ремонта. Вот мой телефон ремонтируйте. Ты что, издеваешься, что ли? Так, подожди. Что мне там не хватает? Так, нижняя плата. Нижняя плата надо заказать на всякий случай. Нижняя плата за час. Знаю, за час. Ну, конечно же, нижняя плата. Вот этот ценник. А вы проверяли сегодня новости? Чё сегодня такое? Ну, сообщений не было. Дядя? Дяденька! У вас получилось? О, спасибочки! Чё там? Курьер в пути. Я видел курьера. Поднимать по лестнице. Красавчик. Да, не собственный, ладно. Вроде работает, надеюсь, что не увидимся. Чего? Такой симпатяшка на кассе, а самое главное, починили очень быстро. Я не пропустил ни одного звоночка. Спасибо, я очень рада. Я очень довольна. Делали вид, что они понимают моих слов. Издеваются над клиентами.
Все, Свер, быстро. Одни пятизвездочники. Камера, камера. Кино можно починить. Я нашел для тебя открытки с лягушками. Ты уже успел заценить? Сделал рейд на твой канал. Хорошего стрима. Мак Маскут Хантер получает награду лягушачий возглас за 100. Зиму можно любить, только если она хотя бы минус 20. По Цельсию, со снегопадами и с угробами по коленах. Эх, вот это зима, я понимаю. Ваш посылок правильно ждать сообщения о поступлении в пункте выдачи. Тогда заказывай что? Основная плата тут нету. Основная плата на завтра. Так, тут я все платил? Конечно же, я не платил. Так, тут раз, два. И это. Динамика не хватает, да. Ага. Тут что не хватает? Тут нижней платы не хватает. Нижний плат что-то много расхватили вообще. Нижняя плата. Нижняя плата. Нижняя плата. Три возьмем. Все? Все. 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 И дальше идем. Еще один день впереди. Перде, перде, перде. Первый работает 6 за 30. И что это там зеленая зона дала? Вот сообщение какое-то. Давай, давай, давай. Сегодня к тебе должна прийти дочь мэра. Мы подозреваем, что она могла бы быть свидетелем получить взятки. Молодая светловолосая девушка. Тайное расследование. Добрый день. Помогайте полиции. Уберите по вас преступников. А вот и я. Сегодня к тебе придет сочный лось. Сочный лось, ага. Не могу сейчас тебе долго дать, но у меня к тебе дело. Давай, давай, давай. Ух, есть, блин. Через 3 дня вернусь деньгами. Благодаря работе спецслужб были обнаружены крупные хищения. Правительство решило увеличить налоги до 15%. Че, охранение, что ли? Налоговая. В связи с нестабильной ситуацией в экономике города мы вынуждены объявить с повышенным налогом для бизнеса. С сегодняшнего дня налог на оказание услуг был увеличен с 10 до 15. Вы охранили, что ли? Светловолосый, да? На, это ты писал, да. Ну, известно. Спасибо, заходи. Заходи ко мне на стрим. Если был бы. 3-4. Один пятизвездочник, смотри, вообще. Ух ты, кто это такой? Привет. Я тут, короче, нашла телефон, прикинь. Могу тебе продать на запчасти. За 500. Ну, столько денег нет. Ну, не фиг с тобой. На денег столько нет, ты че? О, смотри, сколько тут коллекция. Здравствуйте. Только я на минуточку отвлеклась, и мой телефон погрыз песик. У Сары такой милый собакен, на первый взгляд. Да, и я присматриваю за чужими питомцами. Вы не травмитируете? Так, а добра, леди? Монтирую. У вас классный кибер... Кстати, жду новых... До новых встреч. Где киберпёсик? Сергей. Твой курьер считает, что пончики это ключ к счастью. Поэтому тестирует каждый пончик перед доставкой. Напомню, как звали ту красотку с... в очках. С кривым носом. Хотя знаешь, забудь. Чури-чури. Ух ты. Йо! Кажется, зашел на... Не в ту дверь. И вентиляюсь. Куда? Деньги хоть оставь, что ли? Помогите, пожалуйста, мой телефон разбился. Калгав. Ой, простите, здравствуйте. Я только что с поезда. Мне срочно нужно снять квартиру. Я так торопился и выронил мой телефон. Все компоненты в нем. Все контакты в нем. Вы ведь почините его? Исправлен дисплей. Хорошо, у меня немного денег. Приду к вам. Как будет все готово. Бомжихи, бомжихи. Тут ходят тут вообще своими... Какие-то ашками. Крышка на месте? Отлично. Я вам горжусь. Спасибо. А что это вообще? Закрыть, подожди. Завершать день.
Завтра нужно GS100 отдать. Так что мы ничего, все ничего не заказываем. Привет, уважаемый. Представляешь, какая нелепость произошла? Я мочил на своем аккордеоне гимн своей деревни. Я вдруг слишком упал в недра аккордеона и его там подудило. Почини, дорогая, а я тебе спою. Что ты мне хочешь спеть? Основной плат. Мне должно прийти важное сообщение, не читай его. Хорошо. Что думаешь, если на праздник я буду в костюме пингвина? Важный заказ готов, это я быстрый строчек. Сейчас мы уже пришли, а? Ашки, ашки. Эски давайте. Да, да, все готово, иди. Если мне пора бежать. Ну беги. 330, кошмар. Здрасте. Я немного тороплюсь. Тут сзади трещина некрасивая. Чините, а то чё я как лохушка. Отлично, скоро вернусь. Мистер Х? Блин, мистер Х. Вот очень удалить. Сочно лучше должен быть. Чего есть? Здравствуйте. Мастер, моя. Вы моя большая надежда. Смотрите, как пройдет мой телефон. Забавно, что-то повреждено, выглядит не так уж плохо. Че, у вас нет ничего, что ли? Ой, что-то сегодня какие-то бомжихи приходят, а? Хотя бы эска, ладно. О, вот он. Ты! Да, это ты! Сделай мне телефон! Сзади кровь нужно убрать. Либо почистить, либо поставь новую модель. И никого ни слова, па! Не по! А ты мне на пол не бери, по. Это будет 3 часа нормально. Не затягивай, иначе поплачься. Видишь, мне поплачься, по. Эх, крыса, перезвони мне, гадюка. Править. Да, ну принято, мы узнаем, кто такая гадюка и как она завязана с мафией. Ждите новых заданий. Крыса, придет день, когда он тебя сдаст. Важно обновление приложения доступно для загрузки. Давай завязывай своими разговорами об отставке. Ты нигде не сможешь заработать столько, сколько я тебе плачу. Босс просил передать, чтобы ты был на своем джипе на национальном шоссе в 8 вечера. Попробовал сделать ягодный джем, теперь у меня весь дом в ягодном цвете. Думаешь, это модно? Пасыпки! один кошмар. Все сделано, да? Да, все сделано. О, спасибо. Какие все жлобы, а? Это сочная лось. А. Ты же не подсказал. Класс, спасибо. Здравствуйте, молодой человек. Я сразу говорю, что ничего в этой техники не понимаю и понимать не собираюсь. Мне очень нужно прочитать сообщение внучки. Она написала какой-то подарочек на день рождения. А что это за штука, не показывает. Потому просто скажите, сколько будет стоить это починить. Да, 320 за час. Пожалуйста, давайте без происшествия, не сломайся. В следующий раз собирайте, пожалуйста, свое белье. Меня чуть не спалили. Не нужно тебе войти. Работай на заводе возле дома. Приветики. Телефон ремонтировать. Я пару дней назад помыл свой телефон, как обычно. И он перестал заряжаться. А потом и вовсе выключился. Раньше такого не было. Я всегда его мыл с шампунем. Он же водонепроницаемый. Разберите, пожалуйста, что с ним. Давай 570. Я пока на маникюр скажу, почините нормально. И сам. Привет, подружка, слышал вас в спортзале. Да, снова парень, есть фото его?
Заметили повышенный расход средств с вашего баланса. Установите антивирус. Тут за углом сериал снимали. Мне очень нужен срочный ремонт. Выручай дисплей. За час. Потребуйте, пожалуйста, пока никто не заинтересовался мной. Да ладно, тебе шоттера. Алексей. Вход в Пинков банк в 20.02. Если входили не вы, ну что ж, поделать, мы ничего не сможем. Не забудьте купить молоко на обратном пути. А что он Пинков банк не делал? Их мошенник дурёх. Да, сделал все. Работает, но сервис все равно у вас так себе. Если мне еще раз спалить туда, то я кладу деньги, то... На! А что ты мне сделаешь? Ты бандит. Это я. Вы же починили. Спасибо, пожалуйста, больше не буду его мыть. Работает. Новый зов. Спасибо, мужик. Ты спас мне жизнь. Сейчас найду эту костюмера. Всем надо пробить эту фигню. Статус. 3400. Не золото, да? Да, 200 надо дать. Чё быстро? Вот, ну, плохо. А чё это, почему его тут нет? Плохо сработал. Здесь интересно. Мне кажется, никого не будет. Ну, сам по запчастям. Основной платы нет, да? Основная плата нет. Основная плата завтра, основная плата завтра. Ну, задние крышки еще надо купить. Не продать, а купить завтра. Платил. Че еще? Дисплей этой крышки нет, да? Хватит, не хватит. Оттает пока. Это нет. Основной платы нет. Дешево, конечно, все. Все вроде. Хотя дисплей еще купить, да? 130. Сколько там надо? О, нормально. Потому чтобы никакой аварии завтра не было. Резарп, так, 1400, отлично. Новое сообщение. К сожалению, мы вынуждены сообщить о проблеме с поставкой запасных. Да иди ты нафиг. Напоминаю. Мазецк сообщает, что за границей вывели уникальный овощ, способный решить наши проблемы с продовольствием. Главный агроном прибыл на форум, но пока держит секрет. К счастью, его телефон сломался, и он направится к тебе в мастерскую. Задание. Скопируй секретный геном. Примета. Выглядит как ученый. Подожди, это новый день? А давай, давай. Или на следующий. Сколько тут будет интересный день? Галактический привет. Мэр города был пойман на взятке. Улики были предоставлены дневным свидетелям. Я заметил странное движение в небе. Я решил все заснять, но так переволновался, что подключил телефон к телескопу на не той стороне. Его, похоже, закрутило. Теперь камера перестала работать. За час. Потребитель галактики не может быть в опасности. Может быть в опасности. Вчера ночью я снова увидел что-то странное в небе. Какой-то блеск. Думаю, это может быть нечто больше. Дорогой, приходи. Странные люди не помню, что хотели. Одеты черные пиджаки. Эй, ты! Что, черт побери, ты мне прислал. В эту чушь никто не поверит. Я за такое платить не буду. Ищи дураков дальше. Зеленых человечков не бывает. Приглашаем на открытие нового ресторана в субботу. Сегодня в новостях упомянули инцидент снова. Не могу увидеть. Усидеть на месте. Давай попробуем разобраться с этой теорией. С этой историей. Теорией. Ну, пусть будет теорией. День 17. Все, надо будет платить это. Здравствуйте.
У меня сплошное невезение. Вчера машина сломалась, а сегодня телефон в кастрюлю по супам. Все. Я его прислушал в файл, но все равно не включается. Я согласна. Ну, куда ты тянешься? Ожидай сильный дождь. Дождичка испытала. Сиди дома с сахарной. Подготовь отчет до завтра. Все. О, довольно за визиткой. Можете использовать ее в конце. Приходи ко мне, заценишь самостоятельно обсерваторию. Здравствуй, чувак. Помнишь, что мы учились вместе? 100 лет не виделись. А ты тут успел мастерскую уже открыть? Смотри на мой телефон. Бедолага совсем работать перестал. Только не накручивается, но я же не миллионер. Снайплат. Ты быстро или не быстро? Замечательно, жду не дождусь. Гад какой, а? На оплату, да? Нет, все кончилось. Да, на оплату закончилось. На оплату, давай, это сейчас все случаи. А получилось аж? Спасибо, как новенький. Чури. Я с налогами, наверное, в минус вообще ухожу. Как дела, братан? Я себе гитару новую заказал. Пришло сообщение, что заказ доставлен, но я обрадовался. Прибежал в доставку, доставить телефон. Не представляешь, он не включается. А без кода в телефоне мне мою гитару не дадут. Выручай, бро. Да, мужик. Так, фигня. Хей, Джим, ну ты где? Мы с парнями ждем тебя, только тебя. Ваш заказ поступил в пункт выдачи. Назовите код, чтобы получить заказ. Привет, мне нужно пару уроков игры на гитаре. Не советую отказывать, я девушка не сильно терпеливая. Я надеюсь, ты понял, о чем я. О. Спасибо. А, Сереж, забыл, что ты, что я заказал. Да, получилось. Ничего не стерлось. Спасибо, братан. Надеюсь, моя гитара меня дождется. Добрый день. Отлично была вчера конференция. Много интересного. И вот незадача посмотрелся на кардицепсы барышни по соседству. Вместо того, чтобы полить в макбачок, залил весь телефон. Теперь он не включается. Посмотрите, во сколько мне обойдется ремонт. Так, нормально? Нормально. Отлично, увидимся. Тун-тун-ту-ру-рун. Не знаю, кто это такой. Тун-ту-ду-тун-ту-ру-рун. Ну где ты, этот? Гадина. Тоже деньги будет меня забирать. Нет, не ты. Эй, глянем. Да ты крут, мы с ребятами играем на солке по вечерам. Приходи, будет весело. Ту-ру-рун. Ту-ту-ту-ру-рун. Готов. Спасибо. Он как новенький. Ту-ру-рун. Ту-ру-рун. Привет. Дело затухло у байкера вчера. Мне нужно было набить на спине надпись «Ночные волки». А я случайно написал «Ночные волы». Он так взбесился, денег не заплатил. Еще и телефон сломал. Ну, что ты хотел? Напомню, как звали ту красотку в очках с кривым носом? Твоя кошка была оштрафована за превышение скорости при погоне за маленькой мышью. Ух ты, здравствуйте. У меня, походу, нижний разъем не работает. Совсем не заряжается и не включается. У вас же недорого. Сможешь починить? Ой, недорого. Ну, недорого, да? Подожди.
ягодки, они глушители. Надоел спам, мне тоже, как я тебя понимаю. Собирайтесь в отпуск, не забудьте собирать сотку комаров. Отложить. Ну да, забери, уйди. Я вернулся, слегка работает. Работает. Прекрасно, думаю, уже ничего не починить. Привет. Какой-то сумасшедший курьер чуть не сбил меня на своем мотороллере. Вот она вся прелесть жизни в столице. Ты так порнешь, тебя уже избили с ног. Мой телефончик теперь в трещинах и сколах. Сначала даже не знал, куда идти, но тут увидел вашу мастерскую. Ведь поможете мне? У меня вечером поезд домой. Вечером дисплей идти надо. Очень на вас рассчитываю. Привет, сладкоежка. Вы так кто соскучился? Собираетесь в отпуск? Не забудьте средства с комаров. Опять-то, что ли? Сделал спам рассылка. Можно забрать? Спасибо, он работает. 43. Я заработал, наверное, там меньше. Ну как, все, работает. Вы же не просматривали мой телефон? Спасибо. Телефон есть, а денег больше нет. Дорого. Ценник конский просто. Услуги, когда спустя рукава. Ну иди нафиг. Ой, телефон продать? Нет? А что делать тогда? Пошел я. Странно какой-то, ребят. Так, что нам надо купить? Что-то эски сегодня вообще не было, смотри. Нам дисплей заказать. Нижнюю плату. Основная плата. Дисплей два раза. Завтра. Завтра. Что еще? Так, нижний плат, по-моему, там заблокирован, да? Да, все нижние. Ну ладно. Основной плат надо заказать и эту. Основную. Что еще? Основная. Все? Основная. Ну все. Все заказали. Все замечательно. Пойдем эту фигню. Пойти 500. Купить мастерский материал. Всю ночь вы разглядывали небо в поисках НЛО. Но все безуспешно. Под утро Квазиус предложил приобрести один из своих уникальных артефактов. Отказаться от сомнительных сувениров. Купить инопланетское оружие, купить марсианский материал. Магический артефакт издает едва уловимый дрожащий звук, будто сама природа шепчет вам древние тайны. Ваша душа ощущается непреодолимое желание заплатить любую цену. Лицо Хантера сверкает радостью, словно после долгого поиска он наконец-то освободился от проклятия. Так, это уже мы узнаем в следующей серии. Что такое? Я не оплатил. Ну, фиг бы с ним. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, лайк, комментируйте. Переходим. До следующей серии. Всем пока-пока.